И сегодня на брифинге в Реакамыке министр культуры и туризма Саглара Тюрбеева рассказала о том, какие мероприятия запланированы в рамках празднования 110-летия со дня рождения Басана Бадминовича Городовикова. Профильный министр сообщила, что 15 ноября состоится возложение цветов к памятникам Героя Советского Союза в Москве, Элисте и районах Калмыкии. Также запланирован показ документального фильма. А центральным событием празднования станет открытие выставки в Московском музее Победы. Центральным мероприятием станет открытие раздела в экспозиции «Война день за днем» в Музее Победы в Москве. Все желающие могут посетить эту выставку в течение месяца до 13 декабря 2020 года. Между тем, на выставке в Национальном музее Пальмова в экспозиции представлены личные вещи генерала-лейтенанта, полученные на хранение от родственников Басана Бадминовича Городовикова. Директор музея Ирина Мучаева приглашает всех желающих ознакомиться с экспозицией. Помимо этого, на сайте музея опубликованы лекции о жизненном и боевом пути Басана Городовикова. Мы уже сегодня, начиная вот с 3 ноября, если вы в курсе, музей открыт для посещения. И наши сотрудники выезжают, знакомят с лекциями, экскурсиями в школах. Вот с завтрашнего дня в Троицкой гимназии начнутся лекции «110 лет Баса Бадминовичу Городовикову».